15 февраля в парке имени Халилова у памятника воинов-интернационалистов состоялся митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Данная встреча – это дань памяти всем тем, кто причастен к героическим и трагическим событиям той войны, всем тем, кто исполнял свой служебный долг за пределами Отечества. Каждый год в этот день мы встречаемся с своими друзьями, с кем плечом к плечу воевали на афганской земле. Вспоминаем тех, кто не вернулся с той войны. Вот и очередной раз мы с вами собрались возле этого обелиска для того, чтобы дать там памяти погибшим. Мы этот день почтим память всех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Отметим, что 6 каспичан погибли с честью, выполняя свой долг, а 70 человек стали инвалидами от полученных ранений. Почтить память погибших пришли представители администрации Каспийска, ведомств города, курсанты, студенты, военнослужащие и ветераны Афганистана. Завершился митинг возложением цветов у памятника воинов-интернационалистов под песню «Журавли» в исполнении военного оркестра. А после жители города почтили память солдат минутой молчания. Асият Умалатова, Сиражуддин Магомедов, новости телеканал «Среда».